Вообще, один из главных борцов с нами, с уехавшими, уезжающими, с людьми, которые симпатизируют уехавшим и читают по-прежнему условного там Акунина, и просят в библиотеках Улицкую, несмотря на все отмены и признания экстремистами и террористами. Так вот, один из таких главных борцов — Маргарита Симонян. И вот она, конечно, вызывает у меня наибольшее количество вопросов, потому что, на мой взгляд, она абсолютно такой западный человек, получивший образование в Штатах, пожившая в Америке, и даже вот эти ее преклонения перед условными Такерами Карлсонами, когда им заглядывает в рот, она говорит, что это лучшее интервью, которое она вообще видела в своей жизни, то есть тем самым признаваясь в том, что российский журналист не может взять хорошее интервью, только американский журналист способен на подобные высоты профессии. И вот, возможно, это память про американскую семью, в которой она жила, тоже в ней вот каким-то образом живет, но она это свое прозападничество пытается всячески как бы в себе погасить и тем самым превращается в главного борца, утверждает, что у нас ничего никогда не получится, что мы все бездарны, хотя сама является одной из самых бездарных авторок, если мы говорим про ее литературные эксперименты. И вот этот феномен для меня, конечно, вообще абсолютная загадка. И вот у меня какой вопрос, такая долгая прелюдия про Маргариту Симонян, чтобы пояснить мое к ней отношение, потому что мне ее даже иногда бывает жаль, мне кажется, что там просто какая-то война внутри происходит и прочее. А вот какой вопрос. Сейчас у нас Международный уголовный суд расширил список людей, которым светит трибунал. И вот мне, конечно, не хватает в этом списке такого человека, как Маргарита Симонян, потому что я уверен, что пропагандисты должны быть примерно на той же самой скамейке, на которой сейчас оказались Шойгу с Герасимовым. Тебе как кажется? Вот наш с тобой брат-пропагандист, бывший брат-журналист, он должен быть там? Конечно. Особенно люди, которые являются рупорами этой пропаганды. Да, там, я думаю, что там есть специальная такая процедура, все, что связано с такого рода людьми, степень их соучастия в преступлениях определяется действительно расследованием и уголовным судом. В данном случае мы давай помечтаем о том, что когда-нибудь этот Международный уголовный суд состоится, и на скамейке, длинной-длинной скамье подсудимых, скамья запасных сегодня достаточно короткая у них, а вот скамья подсудимых будет бесконечно длинная. Да, конечно же, там должны сидеть, помимо людей, развязавших эту войну, и во главе с Владимиром Путиным, вся остальная вот эта вот дрянь в погонах и без, хотя они все похожи под погонами, и гражданские, и военные. Вот. Ну, конечно, пропагандисты, безусловно, начальники пропагандистов тоже. Ведь Симонян, который ты вспомнил, она, что называется, в одном лице и начальник, и рот. Рот с буквы «Т» на конце, да? Рот, да? Так же, как и, так, не знаю, кто там еще. Хотя нет, у Соловьева все-таки есть начальник под названием Олег Борисович Добродеев, да? А у Шейнина тоже есть начальник под названием Константин Львович Эрнст. Я бы все-таки про этих людей тоже не забывала. Обязательно. И санкции должны быть против них введены. Собственно говоря, они уже введены. Но и перед судом они должны предстать. И ничто их не спасет. Никакого Эрнста не спасут былые заслуги и тонкий эстетический вкус. Не спасет его, потому что он соучастник преступления. Так что, да, ты прав, мне тут нечего даже подробно рассказывать о том, понятно кто, да, понятно кто должен быть, кто призывает к убийствам. Ты возьми эту одну Соловьевскую банду, сколько там таких вот орущих людей, которые сидят в этих своих стримах на его YouTube-канале «Соловьев Лайв». Там они все подлежат, если не даже иллюстрации, а просто наказанию, уголовному в том числе наказанию за то, что они несут в эфире, как они разжигают эту войну, как они стравливают друг с другом народы, как они расчеловечивают своих врагов, превращают их в каких-то людей с пёсьими головами. Они же это говорят не только про украинцев, они это говорят про всех людей доброй воли, про весь цивилизованный мир, который сегодня с ужасом смотрит на то, что творит Российская Федерация во главе с Владимиром Путиным. Вот вопрос про «не спасут». Хочу крайне неудобную тему для меня в том числе затронуть. Вот «не спасут». Вышло тоже довольно резонансное интервью, которое взял Илья Азар у Юлии Панкратовой. И оно называется даже примерно так же, да, «Спас ее», да, размышляет она.
эти утренние эфиры у Плющева, которые она начала вести. Юлия Панкратова в прошлом сотрудница федеральных телеканалов, в прошлом, конечно же, пропагандистка, которая сегодня работает, ну, нашей коллегой, да, она у Плющева сейчас запустила новостной блог, она придерживается понятных нам взглядов, она, очевидно, осудила войну, но в отличие от многих пропагандистов, как бы намеком осудивших войну, сделала это громко, и сейчас не просто отсиживается где-нибудь на даче, купленной на зарплаты, получаемые в прошлом, да, на федеральных телеканалах, а вот пошла в, очевидно, оппозиционный стрим. Это должно спасти. Я думаю, ну, во-первых, все-таки Юлия Панкратова, это не Соловьев и не Симонян, да, все-таки. Конечно, конечно, я тоже не считаю, что Юлия Панкратова, это да, конечно, да, очевидно. Она выполняла дикторскую работу, по-моему, на НТВ она работала вообще блестяще в команде Парфенова, потом что-то она еще вела, какую-то передачу. Не помню, где. Но она вела программу «Время», ну, да. Но самое страшное, что она вела программу «Время» во время ввода войск российских в Грузию. И вот это было, конечно, чудовищно. Да, да, это было чудовищно. И она говорила те слова, которые она говорила. Мы не можем это отменить и стереть из архивов. Я считаю, что все-таки даже тогда, и, конечно же, хочется сказать, должна была уйти тогда. Я повторяю это всегда, Ренат. У каждого свой путь. У каждого своя красная линия. Юля, кстати, в этом интервью очень четко эти красные линии для себя определила. И знала точно, что если заставят делать ее вот это и это, как она там рассказывает про убийство Политковской, что если сейчас мне запретят первой новостью говорить о убийстве Политковской, то я ухожу. Я просто увольняюсь. И она бы уволилась. Но, к счастью, если можно так говорить применительно к этому эпизоду, у нее получилось. И первой новостью была смерть, убийство Анны Политковской. Дальше, во время войны с Грузией, да, ну, она все равно там рассказывает, что не было такой пропаганды, она не озвучивала кремлевские методички, поскольку она как раз сидела, случайно оказавшись на смене во время вторжения в Грузию. И поэтому все-таки это были не те новости, которые после нее стала читать уже нанятая Кремлем госпожа Андреева. Это было уже совсем другое. Это было все-таки совсем другое. Потом вообще я не сравниваю даже вообще. Давай так. Она честный человек. Она делала, что могла. Она после войны сделала то, что она сделала. Она все-таки не работала на эту бешеную пропаганду. Как и моя коллега и подруга, мой товарищ боевой, могу сказать так, Фарида Курбангалеева, которую ты тоже прекрасно знаешь, она тоже работала на пропагандистском ТВ. Она тоже участвовала в качестве держателя микрофона на прямой линии, и Путина видела. Она тоже вела выпуски «Вестей», не только региональных, но и потом в Москве. Была звездой «Вестей», как пишет Дмитрий Гордон всегда на обложках с ее участием, бывшая звезда «Вестей» Фарида Курбангалеева. Ну как вот ты сейчас ее упрекнешь в чем-то? Почему она тогда так работала на российском телевидении государственном? Ты посмотри. Фарида сегодня в списке экстремистов и террористов. На нее заведено уголовное дело. Она объявлена в розыск. Ну какой камень ты в нее бросишь? Ага, работала когда-то в «Вестях». У каждого своя красная линия, свой путь. И я думаю, что многих можно назвать. А Костя Гольденцвайк, который очень громко ушел с НТВ, когда понял, что он больше не может это терпеть. И это было его громкое заявление. Он тогда практически в никуда уходил. Еще он не знал, где он будет работать. Совершенно блистательный журналист и документалист, который сейчас сотрудничает и с «Дождем» тоже. Блистательный журналист, честнейший. Как и я еще назову тебя, Антона Привольного, тоже Первый канал. Он, конечно, в пропаганде не участвовал, он был контрольной закупкой, но это было абсолютное лицо Первого канала. Он сейчас в Израиле и тоже ведет независимом канале ведет прекрасные интервью и стримы. А сколько у нас спортивных комментаторов, журналистов, ярчайших, помимо Дудя, еще есть много людей, которые уехали после начала войны и сейчас стримят, высказываются, говорят, не молчат. Как и, я уж не говорю про стендап-комиков, там целая уже труппа антивоенных смелых людей во главе там с Михаилом Шацем и Данилой Поперечным, который тоже, по-моему, в розыске, тоже объявлен. Да? Так что здесь не только Юля, и Юля, говорю, не самый страшный вариант.
Таких, вот таких случаев, как если бы Симонян сейчас сказала: «Все!» Она срывает с себя эту маску, срывает с себя все эти свои бусы и что там у нее еще есть, отклеивает ресницы и говорит: «Теперь я другая, я была слепа». Нет, я думаю, что вряд ли эти люди уже эту красную линию перешли. У них не осталось никаких шансов. Ни у тех, кто сегодня сидит в телевизорах, ни у тех, кто сегодня сидит в ютубах, типа там какого-нибудь, опять же, Манучарова, прости господи. Даже у Юлии Меньшовой нет шансов спастись. Ничто ее не спасет. Потому что то, что сегодня они делают, они очень ступенька за ступенькой от себя отрезают возможность спасения. Спасение своей души отрезают, поскольку они обслуживают и Кремль, и его пропаганду, да каждого любого чиновника, самого мелкого, они обслуживают войну. Давайте уж назовем вещи своими именами. Они обслуживают войну. В том числе милые тоже, люди, на самом деле... которые как бы, да. Прости, в том числе и милые люди, которые как бы про войну не говорят. Да не надо, мы не будем о плохом, о больном. Ведь есть же прекрасные музеи, театры, есть прекрасная живопись, есть прекрасные книги, литература. Бог с ним, с Акуниным, и не нужен нам Сорокин никакой. Зачем? У нас есть прекрасная литература, прекрасная. Они большую книгу сейчас тоже премируют, вот вы вывесили список, да? Так что все у них хорошо, и ТЭФИ у них будет. Все будут прекрасны, ТЭФИ наградят друг друга, и Швидко будет шутить со сцены. Милые люди, соучастники убийств.